Встречи селян с руководством муниципалитета стали уже традицией в Чистопольском районе. Для того, чтобы выявить существующие проблемы и найти пути их решения, собрались в местном доме культуры и жители поселка Юлдус. Он является центром булдырского сельского поселения. Первым на встрече перед односельчанами ответ держал глава поселения. В своем выступлении Николай Валяков рассказал собравшимся о том, какая работа была проделана в поселении в прошлом году. А также наметил он и план действий на 2016-й. По его словам, благодаря поддержке руководства муниципального района и, что немаловажно, местного населения, удалось сделать много. Отремонтирован родник, облагорожена территория кладбища, проведены ремонтные работы по освещению. Благодаря федеральной программе капитально отремонтирован один многоквартирный дом. Полностью решен вопрос водоснабжения. Теперь местные жители получают воду из Чистополя, качество которого во много раз лучше, чем было несколько лет назад. Но и в этом году предстоит большая работа по переселению селян из аварийного жилья, благоустройству территории булдырского поселения. Всего же в его составе 3 населенных пункта – это Юлдуз, Змеёво и Булдырь. Основное население – более 1000 человек – проживает в Юлдузе. Здесь есть школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры. Их руководители также отчитались перед односельчанами. Выступил на встрече участковый. По словам Ильнара Ахметшина, контакт с населением налажен. Они всегда готовы к сотрудничеству. Всего же в течение прошлого года зарегистрировано 80 обращений, 22 преступления и только 4 не раскрыто. Выступил перед жителями поселка Юлдуз и Рустем Хаматов. Первый заместитель главы муниципального района подвел предварительные итоги социально-экономического развития Чистопольского муниципального района в 2015 и рассказал об основных задачах на 2016 год. В сходе граждан принял участие председатель Совета муниципальных образований республики Минсагит Шакиров. Совместно со всеми гостями он отвечал на многочисленные волнующие селян вопросы.